холодный канун Рождества, призрак Рождества прошлого, Рождества настоящего и Рождества грядущего выбирают одну пропащую душу, чтобы изменить ее. Традиция, которая продолжается по сей день. Это рождественская песня? Не торопите, я все сейчас объясню, сядьте. То есть из всех людей на Земле убийц. Тех, кто берет кредит на свадьбу. Вы решили выбрать меня? Что ж, ладно, прощайте. Я был прав. Этот тип та еще заноза в заднице человечества. Идеальный кандидат. Я дух Рождества настоящего. Ла-ла-ла-ла-ла, я не буду смотреть твои дрянные сценки. Я вас преследую. Вы не можете сбежать от меня. Это запрещено. Уже Рождество здесь. Я искренне верю, что ты сможешь приносить пользу для всего мира. Главное, он везде сует свои щупальца. Да, и глубоко. Пишешь на меня кляузу? Нет. Люди не меняются. У нас беглец! Как же я люблю розыгрыши! Мы изменим его до такой степени, чтобы он нес человечеству только добро. Клинт. Клинт, да! Ты себя прифотошопил к фотографии моего вице-президента? Не очень-то похоже. Ты этого хочешь? Я хочу твоего молчания и перевоспитания. А есть призрак Рождества Угрюмого? Ты бы подошел. Разве уже почти повсюду? Можно ли с ним не верить чудо? Начинаются настоящие перемены. О, насмерть. Стопудов. Да, согласен. Хотя, нет. Живой. Он цел. Что ж, ишь, какой шустрый. Такова иллюзия.